В очередной раз под огнем украинской артиллерии оказалась Старомихайловка. Обстрел велся со стороны позиции украинских войск, которая располагается под Красногоровкой. Использовались запрещенные Минскими соглашениями 120-миллиметровые мины. Она земля, может, она была. Уже, как бы сказать, немалый снаряд. Ну, получается, ну, это 11-го уже тогда было, если. Ну, пролетела ночью, пол первого ночи лежали, спали, пролетела мина. И вылетели окна, побило крышу, забор снесло. Это уже вон позабивали, чтобы был шифер там, да. И это шифер поменяли, вон. Окна постеклили, вон. Там вон есть эти осколки, вот идите, гляньте. Какая пролетела. Это пособирали возле окон. У хати одна была. Как тебе дальше? А? Пойдемте дальше, покажу. Это ж не все еще. 120-я, которая запрещена Минскими договоренностями. Привет, Порошенко. Вот она, влетела. Вот повреждение. Полдевятого вечера начался обстрел со стороны Красногоровки. Мы с сестрой спрятались сразу в подвал. Буквально полтора часа мы просидели. Прилеты не прекращались. В итоге в 10:03 вечера, то есть в 22:03, мы услышали прилет в дом. Сестра единственная успела входную дверь открыть, прибежал сосед и забрал нас к себе, потому что здесь невыносимо было находиться. Красногоровка, Марьинка, из-за бугра оттуда. Вот в этот раз, наверное, оттуда. Со стороны Карловки. Украинские войска. Там все украинские войска стоят. И все прилеты, вот что с 14-го года, это получается 7-й прилет в наш двор. Здесь никого нету, рядом никого нету военных. По кому стреляют, мы не можем понять. Сегодня, ну вечером, ночь, но я же говорю, мы что точно не можем. Но это сегодня, сегодня это случилось. Улица Бакинских комиссаров. Улица Бакинских комиссаров. И часто, и густо. Я же говорю, тут можно пройти уже, проехать по улице, и можно видеть, сколько поврежденных домов. Ребенка спроси, и тот, наверное, скажет, что да, откуда прилетела, откуда прилетела. Украинская армия. Тут никого нету. Зачем вы стреляете? Зачем? В кого? Таких же матерей, как и ваши матери. Неужели они до сих пор не могут это понять? Я вот этого только не могу понять. Ну, вот развернется и будет твою мать стрелять, тебе хорошо будет. И тебе же будет так само плохо, сколько нам.